Добрый день, садоводы-любители, огородники, дачники. Сегодня 28 марта, я на даче, занимаюсь клубникой. В том году осенью я посадил ячмень по клубнике. У меня в почве завелся грибок, клубника пропадала. Вот. Я вычитал, что надо садить яровые культуры. Они убивают грибок. Сейчас мы обрабатываем клубнику, убираем красные листья. Вот. Когда уберем, все это побрызгаем, клубника будет должна отойти. Зима у нас была, правда, холодная. Некоторая клубника вымерзла. А так в основном нормальная. Я удаляю вот полностью желтые листья, красные, обрываю их и удаляю сорняк возле них. Это все потом мы побрызгаем. У нас будет клубника. Я надеюсь, что грибок пропал, что грибка уже нету. Вот такая у нас клубника в этом году. В том году была хорошая клубника, но когда она отплодила, она начала пропадать. Корень выгнивал, сама клубника засыхала. Землю я обрабатывал, брал 500 грамм медного купороса и полностью на 10 литров воды и полностью обрабатывал землю. Вот. И так у меня ушло где-то килограмма 2 медного купороса на обработку этой земли. Ну а потом решил посадить ячмень. Его я просапывать не буду. Ячмень будет как высохший ячмень, будет как мульча. И клубника не будет грязная. Вот это, что я вам хотел показать. Что делается с клубникой. На этом пока все. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Пока.